В Северо-Казахстанской области стартовали республиканские соревнования по президентскому многоборью среди полицейских. В них участвует около 20 команд подразделений специализированной службы охраны МВД страны. В составе каждой как офицеры, так и сержанты. Стражам порядка предстоит продемонстрировать боевую и физическую подготовку. В состязаниях по легкой атлетике, заплыве на длинные дистанции и в стрельбе из боевого оружия лучшие результаты показали полицейские из Кустаная. Сегодня вот в тире проходит стрельба, и то, что вот один представитель кустанайской команды из 100 возможных очков выбил 96 очков, поэтому это пока лидер на данном этапе соревнований. Мероприятие направлено на повышение профессионализма, повышение имиджа сотрудников